Представьтесь. Бля, читербокс. Сашпана. Ваши оппоненты на сегодня кто? Тирекс. И бифштекс. Что вы можете о них сказать еще помимо их крутых никнеймов? Сами все увидите. Будет очень холодный, будет очень холодно. Будет что-то интересное, нет? Да. Да. Ладно, будет смешно. Ладно, спасибо, идем греемся. Представьтесь. Тувайс. Тирекс. Ой. Царь, блин, бля. Царь, ваши блин. Оппоненты на сегодня кто? Че? Ваши оппоненты на сегодня кто? Хуй знает, блядь. Это вам виднее, кто наши оппоненты. Короче, мы батлимся сегодня против хуй знает кого. Приготовили хуй знает что. Короче, все пиздец. А можно мы перепали? Это мое последнее, последняя моя битва на этом батле, блядь, сразу предупреждаю. Он заебей. Все сказал. Я все сказал. Ну все тогда, спасибо. Итак, сейчас будет онлайн жеребьевка. Суефа. О! Суефа. 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 А, разъебал. Поздравляю, блядь. Достижение. Итак, по жеребьевке начинает первая команда Тирекс и Тувайс. Царь, блин. У нас на батле другие ники. Мы для начала представимся. Давай говори. Здесь Тирекс. И царь, блин, да ты чё, бифштекс нахуй? Записать с нами фит для вас, как записать хит. Хоть батл тих, как Silent Hill. Что группа, что и Silent Hill. Против нас не акулы пера. Скорее мальки. Йоу. Это наше начало. Мы хотели батлиться со Спайсом и Лексом. Я уже готов был ставить пасть им хер свой. Собачка цепи сорвалась, Лекс спасся Бексу. Поэтому панду и Прайма рвет Уайс и Рекс. Судьи, вы нам дали пару непонятных хуйню, вы как красный крест, блядь. Им похуй. Окей. Не наступил день тот, когда мы были бы слиты. Даже если вы были бы свитой или идолами свита, у вас не было о нас инфы, и мы тоже остались без данных. Но не нужно быть в Англии, чтобы понять... блядь. Но не нужно быть в Англии, чтобы понять, что вы бездарны. Мы читаем рэп вживую, а для вас сеть Колизей. Нам пришлось вас взять пару. Рома, дай нам всем всех посмотреть, блядь. Ух. Ваша туса не сектор злодеев, а сектор бледей. Придется попортить ваш гладкий мех на плите. Йоу. А теперь, блядь, пойдет дальше фристайл. Вам здесь пизда. Даже если вызовете нас на микс-файт. Здесь, блядь, просто представь, что, блядь, против тебя вышел тиранозавр. И что ты можешь против него сделать? Оставь свои эпитеты на завтра. На завтрак. Съешь их, как кукурузные хлопья. По-любому тебе пизда на этом лобби. Вы просто копии. Просто ебаные фейки. И все, что мы делаем, это... Это просто реквием, понимаешь? Твой реквием по мечте. Я бухой сейчас и нихуя не соображаю. Моих рифм... Строчек дохуя. Моих рифм так дохуя, что их будто рожают в Китае, блядь. Давайте. Вы ожидали нас споры, крики и ругань, но как можно драться с теми, кто бьет друг друга? Просто фразу «бей свои, чтобы чужие боялись» восприняли буквально. Ну а мы готовились к батлу. Ели чипсы, курили, бухали. Новый год на носу, и вы должны уяснить эту суть. Единственный подарок от нас вам на Новый год – это яйца и колбаса, нахуй. Никто против, блядь, кроме нас это не понял. Если брать оригинальность, то вы изобрели велик, открыли Америку, но на деле вы КВН-идичные насосите, пустозвоните, пустословите и пустомелите. Это было смешно, все смеяться, нахуй. Чатербокс, чей-то мопс нюхает кокс. Твои шутки плоские, маленькие мозги плавятся будто волк. Тащишься атлас бикс, лови наш фак микс. Это подтвердит даже ман икс, блять. Все, раунд. Вот ман икс. Итак. О-о-о, полегче. Потише. Итак, первый раунд. Влад и Мамоёб и... Банда а.к.а. Владоёб. С ребятами этими лично я не знаком. Но ходят слухи, что когда ебётся один из них, другой как верный песик ему приносит гандон. И начинается их секс вдвоем.
Ваши панчи – это кончание удачника, напрочь упитого мальчика, читка высосанная из 21-го пальчика. Торгую жиром! Орет Димон в рупор. Если батл – это мультик, то высоко Тимон. Тимон и Пумба! Ваш дуэт со стороны выглядит примерно так. Огромный воздушный шар – блоха. Встречайте, юный Люк Скайуокер и его Джабба Хат. Ты мне льстишь, чувак. А чтобы кончила от смеха в зале детвора, давайте позовем на батл Гарри Топора. Акуна Матата, Тимон и Пумба качают лапой. Акуна Матата, зверьё тупое, два ватаката. Акуна Матата, зов джунглей ваш, ребята. Акуна Матата, герой мультфильма. Но никак не рэп-баттла, падла. Бля, Саня, это все как-то слишком лайт. Пусть лучше этих охуевших задисит сам сейчас хайт. Вы представители примитивизма, примите вызов. Мы очаровываем словом, вы плените визгом. Мне имя Хайт, и чтобы мериться со мной, вам нужен удлинитель писек. И вообще, чуваки, если честно вообще, пора на отдых вам, антракт. Чуваки, вы живете в очке, ваш путь до города – кишечный тракт. Вы витаете в облаках, мы опустим вас до земли. Выпуск новогодний, и нужно проводить вашими ртами мой год змеи. Принц и нищий, толстый, тощий, этим еблищем валить пора срочно. Пузырь, соломинка, шар и палка. Зачем пустили на батл двух ебанутых нарков? Чтобы вынести сей батл, конечно, нужна закалка. Но Тирекс и Дувайс — это, блять, кусок теста и скалка. Нет, чуваки, не в том смысле, что один другого катает. Хотя, вообще-то, хуй его знает. Тебя не спрашивал напарник, зачем мы с тобой родились? Перед нами свинка, розетка и упоротый лис. Вы за свой рыпак ловите укоры, от кису горло свербит, давно не пробовали забористых пись. Вы Каролине рэпа, а скорее всего запоров и клизм. Мы с пандой непробиваемые, будто мы с Криптона, слышим крик тролля. Ты не динозавр, а закон под 3 тона. Я хотел тебя перечитать, но ты такой большой, как Войны и мира 4 тома. Сиди, ребенок. Роу, краса! Так. Конечно. Итак, второй раунд. Тирекс и Твайс. Вы говорите, что мы пошли на антракт, но я настолько бухой, что, блядь, мне не смущает показать просто так вам факт. Все. Давай. На самом деле такие батлы хуйня ебучая. И все, кто сюда приходит, хотят увидеть жопу ман фьючера. Мы здесь ради того, чтобы увидеть гибрид комика и комика. И пофиг, что потом какие-то гномики будут писать в комментах, что это за гопники. Панда использует здесь харизму и артистизм. Он рвет и мечет. Ягодицы стифнут, зубы стифнут. Ягодицы сдвинул, зубы стеснул, блядь. Порадуй нас грубым дисом, а читай свою рукопись. Но чтобы взбодриться перед батлом, ты берешь свою руку в пищу. Мои достижения, работа, это военники КМС по хоккею. Ваши достижения, это блядь на сцене в КВН. Все, давайте. Окей. Панду признали КВН как самого лучшего читаку. Даже всеми любимый Кентом бы легко снискал славу. Панда и Прайм готовили тактику и со словами в атаку, блядь. Нагло и плавно пришли на батл, чтобы забрать лавры. А мне даже впадло было клаву лапать и учить свой текст. Я просто скажу, панда, падла и чатербокс, хис мс, блядь. Что там дальше? Блядь, я не помню. Что-то про Новый год. А, точно, блядь. Так. Поддержите нас, блядь, пошумите. Выдавайте свои шутки в стиле Светлакова и Галустяна.
Мы препарируем рифмы и разберем вас по частям, явно, но не сегодня. Сегодня же праздник. Всем мира и добра. Оппонентам желаем побольше панчей в эфире орать. Я лично желаю вам, стоя в полном автобусе, блять, в пробке, постоянно репетить таху. Искренно и от души. С Новым годом и идите нахуй, блядь. Окей, да, я косяк. Мы пришли сюда с одной целью, рвать целых. Солнце пи, мой сервер не оставит вас целых. Нить падали на блять, на полу. Димон, кто победит? Я не буду. Но пора бы поставить табу на сравнение размера слов, которое состоит из трех букв. Хотя нет. Вы пришли сюда за победой, не найдете ее тут. Я посылаю вас по-латински на X, Y и Йоту. Все. Слово, блядь! Хайду привет, блядь! Слово ебали! Да, блядь, мы ебали в рот ваше слово, блядь! 40 штук, сука! За 40 штук я могу, блядь, квартиру снять, сука, блядь, на, блядь, 3 месяца! Это не вырезай! Купишь макету, блядь, у себя в Краснодаре, нахуй! Вызывай тебя на поединок, блядь! Все! Краса! Поддерживаем! Это бомба была! Только я буду трезвым, когда буду считать партию. Давай второй раунд. Тишина. Итак, ребятки, готовы? Второй раунд. Ответ. Chapterbox, а.к.а. Мамайоб и Панда, а.к.а. Владоёб. Спасибо. Перед вами коробка, тут балабол, короткий удар, пол, на противне колобков, мы против этих лохов. Наверное, немного тут стоит сказать про ваш вид. Охуительный фит, охуеть колорит, один постоянно ВКонтакте острит, другой немного туповатый на вид, один анорексик, у другого от обилия пищи гастрит. Для вашего выноса нам понадобится лишь текст. Перед нами Т-рекс и бифштекс. Наоборот. Он и Т-рекс, и бифштекс. Я и Т-рекс, и бифштекс. Что в этом плане вы не угадали? Твайс, если ты король, то только бургер кинг. Ты будешь доносишь таких эмотиков. И после родов их будет 3. На самом деле, царь, блин. Да не. Да? А, ну окей. Твайс. Да, это ты. Собственно, ну-ка. Подожди. А, тебе же кричали, опёздал, не лезь, тебя же там разорвут. И если в тебе что-то звёздное есть, то это пристрастие к Star Foods. Как смешно, блядь. Да, я понимаю, на этих батлах ты не одну собаку съел. Но Т-рекс подоспел, снял штаны и на эту собаку сверху сел. А, Твайс, кореш, цени мой доги стайл. Слушай, чувак, если ты хочешь ебать животных, поезжай-ка в Дагестан. Там таких, как вы, пруд-пруди, ну, то бишь баранов. Хотя кто там, кого там будет идти сегодня загадывать рано. Пара слов у Т-рекса. Он далеко не обит Райс, но от своего рэпа он ловит кайф, входит в транс. Если ты хочешь, будет котик Рамс, я тебе респектну. Если от женской ваги ты хоть кончил раз, ну точно не больше, мразь. Погодите. Тяжело. Короче. Подожди. Т-рекс. А лучше бы ты отсюда по-быстрому свалил, пока никто не понял. А, блять, что? Лучше бы Т-рекс ты побыстрее отсюда свалил, пока никто до твоих замысловатых рифм не допер. Ты такой агрессивный, что когда ты вспылил, из тебя посыпалась пыль, ебаный ковер. Я нихуя не понял. Теперь пара слов реально, по-настоящему. Т-рекс. Какой ты нахуй динозавр? Ты ж долбоящер! Панч про Россишку мне больше понравился, блядь. Жалко, что ванилы здесь нет, он бы тебя респектнул. Ваш рэп — это пизда, отрава. Хотели мясо? У нас самая мясная пара. Там много, кстати. Там много убитых врагов, блядь. Пошёл нахуй!
Рэп ваш писан вилами по воде, глиною по земле, пидор есть везде, хоть идет все у вас по пизде. Не суетитесь, парни, ведь вы реально выглядите пиздец суицидально. Если б за поедание своих экскрементов брали в Нарнию, то вы бы, наркоманы сраные, жрали б свои фекалии. Мы понимаем, коп про жизнь, коп про стиль, мы бы вывезли. Но ваш говёный рэп воняет, и это сяный коп про вымысел. Короче, вам успехов и хороших отношений. Только после батла не вешайтесь, берегите шею. А так как выпуск новогодний, закончить нужно дружно. Там счастья вам, любви, всего-всего. Ебитесь в рот. Благословит хлопушка. Блять, молодцы, вообще пиздец подготовились. Так, вы, блять, готовились это с рождения, наверное, блять. И у вас только недавно на вас не зашло вдохновение, блять. На твоих губах засохла сперма. Видимо, охуенно потаешь по фене, блять. Но, чувак, блядь, нихуя, ты не вяжешь, блядь, слова, как веник. Иди домой, ты пьян, и тем не менее. Гроза! На базе мое мнение. Мне по-любому респектнет в видосе мистер Хайд. А вам я просто пожелаю, блядь, побольше отдыхать друг от друга, блядь. Смотри, мы ебали твою подругу. Да мне похуй, мне не жалко, у меня их целый бордель. А ваш, блядь, дуэт напоминает мне наркокартель. Почему ты подумал, что мы, блядь, наркоманы? Почему? Мы алкаши. Так, батл подошел к концу. И Михаил, переходим к оценкам судей. Словили тишину, ребятки. Первый. Один мир! В общем, батл был прикольный. Я вообще поржал от души. Обе команды молодцы, но больше мне понравилась команда справа. Да ну нахуй. Да, они симпатичные мальчики. Я тебя всегда подозревал. В общем, не, у них были хорошие рифмы, хороший текст. Все было сделано здорово. Ну, чуть получше были подготовлены, чем оппоненты слева. Так что мой голос за людей справа. Следующий Bad Bart. В общем, так. Пацаны лучше сделали со стороны как бы фристайла, каких-то выебонов там. Ну, помимо текста, вот они реально как-то отвечали. Там, он там про Хайда лепил, это было клево. Команда подготовилась справа лучше. Рифмы там дикие, да. Пацаны красавцы. Как бы, если бы, может, они были бы потрезвее, может бы, они и выиграли. Нормально все. Так что команда справа, мой голос за нее. Мы текст бухими писали, блядь. Так, и ничего не решающий уже голос Костена. Мне понравился батл обоих команд, опять же. Но здесь, по-моему, был как слон и моська, наверное, да? Команда подготовилась. Вообще очень круто, по-моему, сделали ребята. Слева команда слабее, да, слабее по мне. И всяким по рифам, там, по какому-то юморку тонкому, да. Я даю голос команде справа. Итак, как вам батл? Было жарко. Как вам оппоненты? Мы так и думали. Что вы будете участвовать на втором сезоне? Конечно, приглашайте, да. 5000 рублей, неплохие деньги. 10, хотим победить. 10. А, там первое место вроде 5. 5 мест, первое. Что скажете на Новый год, там пожелания? Ну, всем с днем рождения. Тьфу, с Новым годом. Сегодня суббота, отжигайте, блядь, сука, холодно уже, ребят. Ну давайте, спасибо. Вам спасибо.
Пишите, ставьте лайки, репостите. Итак, ближе. Всем привет! Это Тимон и Пумба, блядь! Сишка нахуй! Ладно, пацаны, здорово! Всем привет! Если мы будем батлиться на этом батле, то только по другим никам и совсем с другим посылом. Что я хочу сказать? В первую очередь, я считаю, что Versus Battle, батл на слуху и батл слова – полная хуета. Честно, за последнее время мои взгляды на мир очень сильно изменились, и если я буду участвовать в этом батле, буду делать стихи. Он пьяный, он потом... Я вспомнил батл Маяковского против Есенина, и, блядь, в следующий раз готовьтесь нахуй. Пизда давайте, всем! Давайте как вам оппонент? Оппонент нормальный, вообще молодцы. Охуенно пацаны. Молодцы, они готовились с рождения, наверное, к этой битве, блядь. Это, наверное, единственные оппоненты в моей жизни, которые реально подготовились, блядь, которые хуйню не делали. Мне кажется, им, блядь, предсказания сделали какие-то колдуны, что, блядь, однажды вы будете батлиться против Твайза и Рекса. Вы им выиграете, и это, блядь, определит вашу судьбу в дальнейшем. Они, блядь, реально готовились к этому, блин. Все, молодцы, пацаны, спасибо. Все, пацаны, молодцы, батл охуенный, все, заебись.